Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Помнишь, в прошлой серии мы с тобой не смогли победить члена совета. И сегодня я хочу отправиться немножечко на раскачку. Но вначале мы заберем наши шмекели, которые у нас тут инвестировались. Так, возврат. Забираем. И здесь... Погоди-ка, я не понял. А, еще 3 часа 52 минуты надо подождать. Ё-моё. Так, будем инвестировать соточку. Давай. Все равно у нас мало с тобой этих шмеклей. Как ты видишь, всего лишь 373. Мало. Ну, если мы с тобой идем на прокачку, то какая нам разница, да? Стоп. А чипы у меня есть? Один есть. Ладно, будем надеяться, что нам, может быть, кто-нибудь попадется из редких Морти, которых мы сможем с тобой поймать и прокачать. Так, ну здесь мы... Ух ты! А вот, ребята, и первый кандидат. Морти-тень, по-моему, если не ошибаюсь, да? Надо ловить его срочно. Да, это тень Морти. Так, он у нас ножницы. Уровень у него 14-й. Лишь бы не переборщить. Друзья мои, ну что, попробуем его поймать. Чип контроля применить. Давай, 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 родной. Нет. Ну как же так. Эх, друзья мои, придется теперь его бомбить. Очень-очень жаль. Так, консервная банка, шмекели, это все понятно. Но он мне нужен был. Потому что, во-первых, он эксклюзив, да? Во-вторых, у меня такого не было. Так, я смотрю, там микросхема у них сзади. Я ее, наверное, быренько стырю. Так. Слушай, а давай подеремся с ними. Все равно нам поднимать уровень, да? Ну-ка. Что это за болван? Мои люди доверили мне представлять нашу расу в этой глупой моде на Морти. Я не могу их подвести. Ты не победишь меня, Рик. И я тебя умоляю. Хьюмакс. Так, коп-новичок Морти. Так, друзья мои, он камень. Значит, мы берем с тобой судью Морти, потому что это бумага. И надеюсь, у нас получится его бомбануть. Уровень у него 13-й. Гляделки он делает, ты посмотри, а. А если мы тебе сейчас сделаем толчок? Ух, не повезло тебе, нейтрализация. Все это ерунда, ребят, что он делает против нас, это бесполезно. Так, отдуплился, 20 опыта всего получили. Так, а это что, деловой Морти? Я продолжу. А, это юрист, ну юриста мы с тобой как-то бомбили. Так, он тоже обычный. Но бьет посерьезнее. Так, я менять пока никого не буду. Я думаю, что судья здесь справится. А к тому же не забывай, что вот этот юрист Морти, да, мы же двоих штук соединили, и вот у нас как раз получился судья вместо юристов. Как-то моя атака прошла мимо. Вы что, серьезно, что ли? Хе-хе-хе, тихо, 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 ребят. Блин, не добили. Ну все, сейчас ему крышка. Да чтоб тебе. Ребята, это подкуп. Это подкуп. Ты прикинь, я не могу по нему попасть. Что за фигня? Наконец-то. А это еще что за фанат? Давай возьмем, наверное, клюшку Морти. Что это за фанатик такой? Так, это гордый Морти. Ты понял? Это гордый Морти. Единственное, что, ребята, плохо, то, что он камень. А мы с тобой ножницы. Соответственно, урон по нам будет намного серьезнее, чем мы будем бить по нему. Слушай, что такое? Почему мои атаки все время проходят мимо? Точность упала. Что там еще? Уклонение упало. Зашибись. А я его даже не могу парализовать, прикинь? Ну-ка, твою дивизию. Здравствуйте, приплыли. Он еще и поглощение активировал, прикинь.
Мне это не нравится. Короче, меняем. Где у нас бумага? Блин, а у нас... Слушай, я, наверное, пойду и поменяю. Это что за дела? У нас три ножниц. Так, не делается. Трое ножниц, нафиг они нужны мне, согласись. Давай, заходи, злой кролик Морти. Как ты меня заклебал, а? Атака. Пышный хвост. Что нам дает? Атака растет. Атака растет. Но точность падает. И уклонение падает. Сейчас мы проверим. Оу, щит. Вот сейчас мы ему хорошо звезданули. Так, давай-ка дальше продолжим. Еще один толчок. Слушай, этот гордый Морти меня заколебал. Почему мы постоянно промахиваемся? Наконец-то, вырубили. 96 очков. Так, грязнули Морти. Продолжим. Твою налево, опять камень. А мне менять не на кого. Ну давай возьмем большого Морти. Попробуем сыграть. Тем более это последний. Так, отключку делает мне. Он мне сделал отключку, а мы с тобой... Опа, неплохо. Такой, вау-вау-вау, что ты делаешь, типа? Да ничего. Сейчас мы его уничтожим. Но не большим Морти. А другим. Так, давай мутагенного Морти берем с тобой. Я думаю, что мы его все-таки добьем сейчас. Раз. И ему крышка. Все, Морти, Морти, давай, пока. Сколько мы получим опыта? 195. Шмикели. Так, чистый плутонический камень. Что-то там сделаешь, а шмикели сверху не надо. Твои 52 шмикеля здесь ровным счетом ничего не сделают. Ох, я унизил свой народ. Они никогда не позволят мне вернуться домой. Вот так вот. А нечего было наезжать на меня. Так, друзья мои, кое-что вижу. Но вот взять я вряд ли смогу. Он же сразу среагирует, да? Сразу же побежит. И здесь тоже не пройти. Блин, там кабель лежит в сторонке. Слушай, а если я его... Ага, обойти-то не получится. Обойти его не получится. Слушай, ну, наверное... Блин, там он, смотри, ну-ка. Точно, среагировал. Ну что, попробуем, ребята. Все равно мне язык его непонятен. Снуфи Снуплз. Блин, братишка-революционер. Ну что, давай попробуем его заплевать. Раз. Два. Он делает мне возгорание. Так, его атака растет. Скорость еще растет. Ядовитый плевок. Раз, два, три. И еще и отравление повесили. Совсем другое дело. Так, сколько у него там? 10 хп остается. Ну что, добьем, я так понимаю. Ядовитый плевок. Адьос. Братишка Морти отдупляется. Кто следующий? Так, новые достижения. Level up Морти. Так, лечение. Слушай-ка, вместо, наверное, ухмылки. Что, действительно будем лечиться, что ли? Так, Морти в оранжевой рубашке. Продолжим. Так, он у нас, блин, он бумага. Ядовитый плевок. Молотило, да, применяет. А мы еще разок стоп. Блин, а что значит лечение? Ну-ка. Защита упала. Замах. Ух, щит. Всплеск. Отлично. По-моему, сейчас нам кранты, ребята. У нас есть же предмет. У нас только от йены. Кстати, надо будет мегасемя-то это все потратить. Ну что, берем ножницы. У нас их, этих ножниц как раз-то много.
Так, ну что, клюшка? Блин, молотила использовать, а? Ну-ка, подножку ему. Парализовала, шикарно. Так, атака его прошла мимо, а мы, судя по всему, его добиваем. Окей. Ё-моё, это что у нас такое? Мускулистый Морти. Блин, он ножницы. Ты представляешь, он ножницы. А, подножки-то нету. Мимо прошла моя атака. Все, ушатал. Так, а бумага-то у нас отсутствует, по-моему. Нет, есть судья Морти, но смысл? Давай кролика возьмем. Я знаю, знаю, ребята, что ножницы — это все плохо, но у меня нет выбора. У него два морти. Все, нам тут крышка. Нам тут крышка, если я буду менять. У нас, естественно, с тобой ход пропустится. Тем более, мы еще и промахиваемся. Тут уже все, ребят, предрешено. Твою налево, сходил, блин. Укрепился, так сказать. Я же хотел укрепиться. И как видишь, у меня ни шиша не получилось. Это нам никак не помогло. Ни уклонение, ничего. Ну что, мутаген и Морти, последний, которого сейчас вырубят. С удара причем. Блин, ядовитого плевка нету. Вот и все, друзья мои, вот мы и отдуплились. Блин, мне так обидно, что у нас с тобой чип вот этот сломался. Что он там сделает? Подлечит. Вот это другой разговор. Так, ну что, друзья мои, давайте, наверное, сейчас наваляем, заберем вот ту штуку. Давай, теперь-то нам будет получше. Камень. Так, мы заменяем на судью Морти. Возгорание. Сразу же он нам делает возгорание. И вот так растет. И скорость у него выросла, да? А мы с тобой начнем толчок делать. Ну вот. Нейтрализация, мы опять с тобой толчок делаем. Ух, хорошо, пошел на разбор. Как ты достал меня, а? Получи и распишись. 67 опыта. Так, это у нас... Блин, по-моему, это ножницы. По-моему, это ножницы, поэтому я возьму мутаген Морти. А, он бумага, ё-моё. Замена на большого Морти. Так, ну что, поехали. Замах получили. Так, костюм и туфли. Здоровские. Вот это мне больше всего нравится. Почему промахиваемся? Нифига себе. Пол хп сразу отняли, с удара. Ну-ка. Добили. Так, мускулистый Морти. Кто ты? Черт подери, он, по-моему, вот он, по-моему, ножницы. Сейчас глянем. Камень, хорошо, камень на камень. Поехали. Ядовитый плевок. Шикарно, половину здоровья отняли. Вот еще бы отравить бы его, было бы неплохо. Что он там делает? Защиту себя повышает. Он думает, что защита его спасет. Вряд ли. Раз, два. Блин, отравление не вешается. Ну что, я так думаю, последняя пара ударов. Все. Мускулистый истощен. А это кто у нас такой? Так, Морти в горном свитере. У него, ребята, бумага. Меняем на ножницы. И пускай это будет злой кролик Морти. Ну что? Объятие делает.
Ну, тогда мы с тобой сделаем толчок. Почему так мало? Слюноотделение. Повышать себе атаку. А мы сделаем ухмылочку. Атака падает. Нифига, это он скрытый, ребята, мне звезданул. Так, что-то мне не нравится такой подход. Ёк-макарёк. То есть кто кого передамажит, что ли? Он критует, прикинь. И мы не добили его чуть-чуть. Так, ладно, давай, клюшка Морти, выходи. Нам его добить остается и все. Подножку делаем. Все. Эй, лузер. Эй, лузер, правильно, так ему. Я забираю вот эту штуку. Здесь очень много вкуснейших должно быть. Шмекини. Клетка. И средство от паралича. А здесь мы с тобой можем пройти? Можем, и здесь будет поединок, да? Слушай, а где портал? Вот что меня что-то заинтересовало. Неужели там будет опять командочка стоять? Сейчас посмотрим, где он у нас вообще находится. Блин, смотри. Вау. Морти без лица. А у меня нет микрочипов. Хотя вдруг мы можем с тобой сделать. Давай-ка глянем. Предметы. Подожди-ка, подожди-ка. Магазин Рика. Предметы. Есть контроль. Берем, друзья мои. Вот так-то оно будет лучше. И возьмем еще сыворотку. Так, ну что, это у нас Эпик бегает. Нет, это не Эпик, это эксклюзив. Тихо, и тут еще эксклюзив. Это робот. Аниматроник Морти. Ну-ка. Аниматроник. Изнурение повесил, да? Костюмы, туфли. По-моему, пора захватывать его. Поглощать 5 узы, ничего себе. Срочно давай-ка попробуем его поймать. Есть контакт. Ну что, вот, ребята, у нас и Морти. Аниматроник. Так, это у нас обычный, да? Это у нас обычный. Действительно, ребята, тут у нас предстоит еще битва. Это тоже обычный. Так, там у нас битва будет, если сунусь еще чуть-чуть. Здесь тоже будет битва. Но я вижу, что... Ать, мне не взять. А так, если я выйду, будет поединок. Так, друзья мои, надо отсюда сваливать. И сваливать нам только через портал. А чтобы свалить через портал, нам нужно будет подраться. А у меня уже кролика нет в живых. Так, подожди-ка, тут можно посмотреть же кое-что, да? Походить. Так, слизень стоит, поджидает меня. Ну что ты там, Рик, забубнил? Так, мы нашли с тобой флип. Слушай, погоди-ка, ведь я могу уже кролика оживить, насколько я помню, да? У нас есть... Нет, я ошибся. Могу только применить сыворотку. И это сделаем мы с тобой на Судью Морти. Так, и большая сыворотка осталась. Ну что, как думаешь, мы с тобой сможем победить вот этих вот? Тихо. Опа. Иди сюда. Бегает он от меня. Морти в горном свитере. Как раз подходит, да? Под атаку. Попробуем его поймать, ребята.
Так, надо ловить. Безнадежно, говорим. Предмет. Чип. Применяем. Есть. Ну что, неплохо. Два морти мы с тобой получили. А здесь предстоит нам поединок. Мы, конечно, можем сражаться и далее, но это ничего не изменит, Рик. Наше существование ничтожно, и этот бой не сохранится в истории. Ну, для тебя, может быть, это бесполезно. Так, бродяга Морти. Мне нужно менять на судью Морти. Ну что, поехали. Хлопок. Безнадежно, правильно, безнадежно. А у нас с тобой есть толчок. Как-то слабо. Он себе повышает атаку. Ну-ка, что за стирание? Ох, ничего себе. Потрясающе. Так, ребята, он меняет на дикаря Морти. Бумага. А мы с тобой возьмем тогда клюшку Морти. Ножницы. Смотрим. Так, молотило прописал, да? Мы делаем подножку. Парализовало. Плач. Что делает плач? Защиту мне понизил, да? А мы наоборот ее повысим. Молотило. А, не получилось. Ну вот и все. Тогда будем его бомбить. Менять, сразу побежал менять. Бродяга Морти. Так, меняем, друзья мои, на бумагу. Это судья Морти у нас будет. Я его ушатаю. Хлопок. Безнадежный ты с своим хлопком. Ну что, толчок и, наверное, крышка ему. Угу. 99 опыта. Так, этот опять вернулся. Замена. А хотя зачем нам клюшку взять? Мы можем взять Большого Морти. Он же все равно, ребята, получается парализованный, да? Ну, у него висит парализация. Будем надеяться, что Большой Морти с ним справится. Смотрим. Так, костюмы, туфли. Ух. Ты смотри-ка, молотило использует, а? Неужели добьет? Пока. Дикарь истощен. Так, а это у нас... Блин, я не помню, кто это. Давай мутагена возьмем. И... Так, детектив Морти, да, значит? Ну что, давай, поехали. Плевком. Раз. Два. Три. Кровяное давление. Повышает себе атаку. Ну, а мы попробуем его отравить все-таки. Раз. Два. Три. Ты смотри-ка, а? Слепой замах. Ух, ёк, макарёк. Звезданул-то как. Всплеск. Почти, почти, ребята, уж. Нифига себе. Вот это да, вот это он мне звезданул. Ну что, толчок и крышка ему. Последний Морти остается. И это кто у нас там? Кто такой? Это выживший Морти. И он камень. Ему не повезло. Он повышает защиту. А мы с тобой сделаем усиление. Усиление и уклонение. Ух, сейчас я как тебе звездану, парень. Слушай, он, по-моему, своим молотилом меня пробивает. Все, мы его уничтожим. Есть. Так, мы получаем 18 левел. 255 шмекелей. Так, средства от яда и значок. Так, рекламный ролик. Не надо мне твоих шмекелей сверху, спасибо.
Ты победил. Жаль, что никому до этого нет дела. Может быть, да, ни для кого нет дела, а мне это очень было важно. Потому что я получил два Морти. Так, ну, вначале зайдем в лабораторию. Хочу посмотреть кое-что, ребята. А, тут же все за билеты, да? Тут же за билеты, по-моему, да? Да. Такой деловой смотрит. Ладно. Это нам не пригодится, лаборатория. Так, а в питомнике, по-моему, у нас, ребята, ничего сделать нельзя. Вот единственное, что я хотел, это поменять. Наверное, мы уберем с тобой вот этого кролика. Изменить. На... Так, кролик у нас был ножницы, да? Возьму-ка я, наверное, грязнулю Морти. Или лучше талисман дикарь взять. У нас же редкий. Это круче, чем эпический, да? Танцор-строитель Морти, прикинь, есть такой чувак у нас. Слизистый Морти. Блин, говорят, возьми яйцо Морти обратно. Ребят, ну оно занимает у меня ячейку. И прокачивать его очень долго, до 20 уровня. Морти мастер по производству плюмбусов. Я все-таки возьму, наверное, грязнули Морти. В плане нет свободных мест. Я же вот... Вот так. Огрязнули Морти добавить. И получается у нас двое ножниц, двое камней, одна бумага. Даже не знаю, ладно, пускай, наверное, так и останется все. Так, а здесь-то у нас что? Изменить, ведь можно тоже же поставить, да? Команду. К примеру, взять аниматроника в горном свитере. Чешуйчатого Морти. Так, сколько там чего у нас получается? Два ножницы. Так, камень нужен. Нужен камень. Яйцо Морти. Блин, у нас, кстати, очень мало камней. Много очень бумаги. Очень много бумаги. Хм. Я даже не знаю. Давай грязнули Морти возьмем. И мутагены Морти. Да. Мало. Кстати, по поводу лагеря. У нас что там? 3 часа 45 минут. Здесь есть какие-нибудь Морти, которых я могу... Ага. Там с 20 уровня, да, насколько я помню? А, даже с 25-го. Почти 3,5 часа еще ждать. Жесть какая-то. Так, а где у меня это? Лечилочка, вот она. Правда, грязнули Морти у меня теперь не прокачанный. И как бы я не знаю, ребята, стоит ли вообще с ним идти на последний поединок. Так, что он у меня там по предметам? Есть чипы еще? Не-не. Чипов нет. Если чипов нет, значит попробуем с тобой. Ох ты, ну-ка, что тебе нужно, бро? Да иди ты сюда, господи, ну что ты бегаешь-то? Я слышал, ты можешь синтезировать темную энергию с чем-нибудь и создать мощный источник потери. А мне нужно это испытать, помоги мне. Видишь ли, у меня даже нет рецепта изготовления темной энергии. Выясни, как ее создать, и принеси мне. Давай, Рик. Темная энергия, он сказал, да, им нужна. Стоп, а у нас у самого нету темной энергии. Подожди-ка, как там ее... Подожди, а как ее создать-то, действительно? Да ё-моё, я не сюда зашел.
Темная энергия. Так, шмекели. Ну, мне нужен этот найти для крафта, во-первых, да? Для крафта. Так, подожди секунду, где-то... Ну, где-то же должна же быть, ё-моё, ну, не питомник, а именно создание. А вот оно, вот оно, создание. Сейчас мы посмотрим, что нужно для того, чтобы сделать эту темную энергию. Так, чистый Хелзингер. Так, я могу батарейку сделать. Могу супермощную теперь сделать батарейку, если захочу. Темная энергия. Так, любопытное зелье. Стоп, а шар, я вижу шар темной энергии. Хм, мега семя, увеличение уровня. Плутонический камень. Так, друзья мои, что-то нет тут никакой чистой энергии. Есть чистый Хелзингер. Есть плутонический камень. Есть чистый плутонический камень. Восполняет всем. Уашки. Так. Не всем, а все. Мутировавшая клетка. Материнская плата. А для чего, интересно, она нужна? Так, значит, повышает интеллект носителя. Это какая тут батарейка нужна? Суперская, что ли? Угу, я уже не могу сделать. Ясно? Ну что же, значит нам, друзья мои, выгоднее бегать по мирам и получать вот эти вот разные виды ресурсов. Ну и нужно мне прокачивать вот этого вот грязнулю Морти. Ну как ни крути, придется просто, да, действительно отправляться и драться. Стоят, везде стоят эти Морти, двойники. Мир двойников. Точнее, это не Морти, а Рик. Рик — это вот главный, Морти — это вот наши. Что с музыкой? Что опять? Опа. Это же... У меня есть такой, да? Это же большой Морти. Так, мы нашли флип. Ну, давай подеремся. Так, тут Морти-индюшка даже. Сейчас проверим. Так, гордый Морти, блин. Замена. У меня только лишь судья Морти. Бумага, и все. Точность понизил, но это не страшно. Блин, уклонение, это уже похуже. Давай толчок сделаем. Опа. Ну что, наверное, я думаю, добьем его сейчас. Сосунок. Ты-то кто? Продолжим. Это поборник. Так, ну здесь мы, наверное, с тобой возьмем мутагенного Морти. Костюм и туфли. Больно. А плевочки не хочешь? Еще и отравили, шикарно. Опять костюм и туфли. Так, ядовитый плевок. Раз, два. Как говорится, кто кого, что ли? Ну-ка. Все, ему крышка, ребят. Или нет? Блин, еще живет. Хотя нет, должен надуплиться, все. Кто там у тебя следующий? Ну-ка покажи. Уровень подняли.
Это что еще за ботаник? Продолжить. Мортигик. Бумага. Это опасно, ребята. Вместо бумаги мы возьмем с тобой мортиклюшку. Попробуем. Ага. А если мы тебе подножку? Шикарно. Парализован. Блин, хандру повесил. Кондицию. Ты посмотри, срабатывают у него атаки-то. В плане, блин. Его, кстати, тоже атака прошла мимо. Ушатает мне клюшку. Слушай, клюшка слабая. Она слабая, ребята, ее надо менять, мне кажется. Я вот просто так вот хожу, постепенно смотрю, какие тут нормальные бойцы. И вот клюшка. Ну, парализует, да, ну и все. Так, что у нас тут? Level up Morty, 20 уровень. Так, это у нас грязнули Морти, он камень. А у меня бумага есть? Есть. Меняем тогда на судью Морти. Хлопок. Безнадежно. А мы толчок. Ёк-макарёк. Не-не-не, у него ничего не получится, ребят. Мы его сейчас завалим. Да. Это что, индюшка Морти? Морти-солдат индюшка. Камень. Ух ты. Поехали. Ярость. Так, атаку. Атаку и точность повышает. Еще и скорость. Молотила. Так, еще толчок. По-моему, индюшки пришел кирдык. Так точно. Ну что, мы с тобой победили. Шмикели плюс чистый плутонический камень. Расстроился, да, чувачок? То есть у нас либо сюда. Так, там микросхема. Сюда нет смысла, потому что тут тупик. Сюда нам придется бежать. Так, секунду. Предметы. Большая сыворотка применить. На судью Морти. Так. А Морти клюшку я могу же, да? Не могу. Так, увеличивает параметры атаки. Давай-ка мы, наверное, вот сюда поставим. Увеличивает уровень Морти на 1. Это мы на яйцо поменяем. Так, увеличение параметра скорости. Ну, давай сюда, на судью Морти. А где посмотреть их параметры, друзья мои? Вообще, вот здесь, в процессе игры. Мои Морти, может быть, тут? Да, параметры. Атака, защита, скорость 50. Сведения. Рассудительный, беспристранный. У этого Морти нет детей, его трудно пронять ругательствами или угрозами, особенно в зале суда. А логично. Особенно в зале суда. Ну что, я готов, в принципе, подраться с этим хламоном. Давай посмотрим, кто кого. Блу не нравится Рик. Блу хочет проучить Рика. Рик хочет проучить Блу. Так, Нереха Морти. Так, ну здесь бумажка нам нужна. Давай, судья, выходи. А, он обычный к тому же. Отключку сделал какую-то безнадега. Ну что, толчок. Молотило. Так, добиваем толчком.
кто там у нас? Ух ты. Продолжить. Морти с двумя котами. У него ножницы. Значит, мы с тобой возьмем грязнуль Морти. Заодно и протестим. Так. Блин, это было больно. Так, молотило, экспертиз. Ну-ка попробуем. Слабоватенько. Слабоватенько. Но он не прокачанный, и уровень у него, ты видишь, да, поменьше, чем у нашего противника. Фрагмент. Это скрита он, ребята, звезданул мне. Но, в принципе, для бомжарика, я думаю, пойдет. Меняем. Для бомжарика, ребята, это пойдет. Так, с двумя котами. Нет, родной. Не тут-то было. А вот как мы будем с тобой на арене драться? Скажи-ка мне на милость. О, наэлектролизованный Электроморти. Ну, проверим его. О, хорошо. Хорошо прилетело ему. Что он там делает? Атаку себе повышает. Что ты хочешь сделать? Ничего, ребят, мы его вырубили. С двух плюшек. И последний Морти. Кто там у тебя? Ага. Морти с одним шнобелем. Ну-ка. Тоже хорошо идет. Так, он мне скорость понизил. Костюмы, туфли. Блин, я думал, добьем. В плане. Он травит, оказывается. Я не знал, друзья мои, что он может отравить. Ну что, мы его побили. Так, плутонический камень. Так, не надо мне твоих шмекелей, спасибо. Перебьемся. Блу не нравится, как Блу сегодня сражался. Блу не хочет больше видеть Рика. Да, конечно, его выпендриваться было. Зачем я сделал, ребята? А может быть, захватить нам этого старого? Нет, старого Морти. Ну, посмотрим сейчас. Ой-ой-ой-ой, какой он старый. Это прям... разваливается на руках. У нас по предметам что там? А, я не смогу в любом случае захватить его. Тогда порезик. Морти истощен. Так. Отлично. Кстати, нам даже выгодно драться с такими Морти. Знаешь почему? Потому что они оставляют после себя неплохие плюшки. Вот что я тебе хотел сказать. Кабель вижу. Ой! Твою налево, зачем так? Лопни мои глаза, если это не Рик Шмик. Говорят, что ты уверен в своей непобедимости. Ладно, я остановлю тебя. Ох ты, отшельник Морти. Стопы. Бумага мне нужна, срочно. Так, судья Морти, я надеюсь, ты меня не подведешь сегодня. Поехали. Так, у него 14 уровень. Делает закаливание. Нам нужно хорошенько ему сейчас... Блин, толчок у меня закончился. Оу. Через молотило-то он прописывает не кисло, ребята. Так, вот так и прошла мимо. Щипание щечек. На тебе. Больно. Еще щипанем. Все. Так, кто там следующий? Ну это что еще у нас за рекламный Морти? Продолжим. Бумага на бумагу. Дай-ка я сделаю усиление. Так, атаку. И уклонение. Так, бренд. А ну-ка, блин, щипание щечек туда. Ну, смотри, пол хп отнял. Он все свое молотило. В плане, блин. Готов. Это кто у нас? Тыква Морти, что ли? Давай поменяем на кого-нибудь. На большого Морти. Тыква Морти. Ребята, зачем я взял ножницы, а? Мне нужен судья Морти. Блин, сейчас проиграем.
Росток. Защиту мне понизил, прикинь. И точность еще понизил. Но зато атаку повысил. Блин, толчка-то у меня нету. Молотило. Да, тут у нас пробил. Ну что, я могу только большого Морти взять. Погнали. Слабо. Опять защиту меня понижает. Посмотри, а, и точность. Но зато силу прокачивает. Вот сейчас бы скрита бы ему дать хорошенько люлей. Но нет. Связывание. Атака, скорость упала. Защита опять возросла. Ну, я думаю, добьем мы его сейчас. Блин! Атака прошла мимо. Так, и остается последний Морти у него. Это что еще такое? Продолжить. Это галлюцинирующий Морти. Блин. Ух, слабо-слабо, ребята, идет. Блеск делает. Точность повышает себе. Слушай, у меня есть что-нибудь такое, я не знаю. Давай применим, что ли. Потому что я даже не могу сделать ничего себе. Трындец. Уже поздно. Галлюцинирующий Морти. Ну и кто у меня будет против него драться? Скажи-ка мне на милость. Этот, что ли, Морти? Попробуем. Раз, два, три. Эх, не отравили. Атака понижена. Продолжаем, ребята. Раз, два, и он готов. Здесь-то мы победили. Вопрос в другом. Как я отсюда из этого портала выйду? Вот черт, Рик. Хватит меня бесить. Убирайся. Главное, сами наезжает на меня, да? Кабель нашел. Он того бы как-то шитика подбить бы. Который там бегает, прячется от меня. О, блин, шнобель, да? Да, ребята? Батарейку нашли. Так, тут надо аккуратненько всегда двигаться. Если я пойду, он меня увидит и пойдет со мной в бой. Блин, попробуй что ли шатать его. Вот смотри, их тут даже двое. Даже трое. Слушай, погоди-ка, у нас же денежка есть. Мы же сейчас можем с тобой купить что-нибудь. Ну-ка. А вот и портал. Мы же, наверное, можем с тобой купить. Так, старик Морти, иди сюда. Сюда, тебе сейчас не надо туда бежать. Смысл светиться. Сейчас я его дубашу хорошенечко. Атака. Блин, плевка нету. Прикинь, сейчас еще проиграю. Твою дивизию. Упс. Сбежать я могу? Да, я ушел. Но дело-то совсем в другом, ребята. Я должен из этого портала сбежать. А как? Этих я победить не смогу. Вообще никак. Ну, зато нашли консервную банку. Блин. Просто ничего нету. Магазин Рика, если только посетить. Ну-ка, посмотрим. 1268 шмеклей. Ну чё, купим, ребята, с вами. И полетим отсюда. Да? Я думаю, что это будет правильный вариант. Применить. Ты возвращаешься в цитадель. Да, я возвращаюсь.
Короче, я вот не знаю, ребята, может быть, действительно клюшку поменять. Мортик какой-то не особо хороший, если честно. Именно с клюшкой которой. Он парализует, да, я не спорю, но по остальным атакам он как-то не понравился мне. Так, стоп. Это у нас уже будет битва. Тут материя нужна этому. Ладно, давай еще последний заходик с тобой сделаем. В какой-нибудь мир. Попробуем там бомбануть. И что? Шмекели нужно зарабатывать. Понимаешь, шмекели. Вот, смотри, например, Халабуда здесь бегает. Иди сюда, я его буду просто бомбить. Почему, ребята, их выгодно ловить? Так, Морти в рождественском свитере. За то, что мы их уничтожаем, ребята, мы получаем награды. Шмекли, естественно, и какие-то плюшки они могут нам оставить. А убивается, как ты видишь, они на изи. Вот, видишь? Вот о чем тебе говорю. Поэтому их даже можно не ловить, а уничтожать надо. Намного выгоднее, чем даже с целой армией. Так, консервная баночка. Твою налево. Блу сильный, Блу умный, Блу победит. Ну давай, давай. Мортис в рясе. Давай-ка мы поменяем с тобой на камень. А ну-ка. Ловко. Атаку и скорость повысил. Ну, мы с тобой ядовитым плевком. Раз. Два. Еще отравление повесили. Серьезно? Атака прошла мимо у него. Ну что, минус один. Так, это кто у нас? Продолжить. Это заурядный труженик. Берем с тобой большого Морти. Ну что? Перекладывание делает. Так. Скорость упала. Ну что, костюм и туфли? Ёк-макарёк, почти с плюшки, ребята, вынес его. Кстати, у него 5 Морти. Так, делаем порезик. Ну и все. Труженик истощен. Продолжить. Это у нас отшельник Морти. Нам нужна бумага. Это судья Морти. Хлопок. Я тоже думаю, что это безнадежно. Толчок делаем. Трындец. Просто выносим. Что ты там делаешь? Это тебе не поможет, парень. Щечки ущипнем? Ущипнем. Ох ты. Это еще что? Тройной Морти. Ножницы, да? Значит, мы берем с тобой грязнули Морти. Грязнули Морти у нас слабенький. Причем очень слабенький. Молотило. И меняем. Меняем, ребята, на мутагенного Морти. Смотри-ка, что творит, а? Раз, два. Ты оборзил, что ли? Я не понял. Отравили, да? Нет. Блин, я думал, что мы его сейчас отравим. Готов. Так, и последний, кто там у тебя? Предпоследний, точнее, да? Ух ты. Продолжить. Концерта Морти. Это, друзья мои, камень. Берем судью и пускаем его на мыло. Блин, а слушай, прикольно выглядит. Уиджа какую-то сделал нам. Ну-ка. В плане. Как это прошло мимо. Ты посмотри, какой он. Как он жесткий.
Сейчас ушатает меня еще. Ну-ка. Усиление, блин, атака растет. И уклонение растет. Сейчас я не удивлюсь, если промахнемся. Так, погоди. Предметы у нас есть с тобой? Вообще ничего нету. Блин, мне неохота его терять. А с другой стороны, что я могу сделать? Поменять столько? Камень, камень, камень. Ну давай, например, возьмем Большого Морти. Я знаю, что там ложницы. Я знаю, что будем плохо бомбить. Но это единственный пока сильный персонаж, который может ему что-то сделать. Существенно причем. Видишь, да? Добивка? Добивка. Наконец-то. Вырубили, вырубили, все. Так, мутагенный Морти получает у меня 18 уровень. Так, а вот и сыворотка. Сыворотка. Блу не нравится, как Блу сегодня сражался. Блу не хочет больше видеть Рика. Сразу заднюю даем, да? Как получил звездюлей, так сразу же. Нормально, нормально, нормально. Так, а что у нас вот здесь? Я уже забыл. Для чего эти аппараты у нас стоят? Купоны, конечно же, ребят. Конечно же, купоны. Которые фиг знает где взять. Что-то мне не нравится тут. Ага, уже стоит, ждет, да? Там я вижу, вроде бы Морти бегает. Тихо, 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 тихо. Смотри. Что за Морти, что за олух? Дай-ка его попробую подбить. Пустырный Морти? Пустырный? Ну-ка, грязнули, давай-ка. Блин, опять уровень маленький, ладно, фиг с ним. Воу-воу-воу, смолотило, нифига себе, замена. Ребят, конечно, замена. Да ну нафиг. Твою налево. Вырубил, прикинь. Блин, я же хотел Морти клюшку убрать. Подножку. Ага. Ну что ты там? Зонт. Давай еще подножку сделаем. Не вышло у тебя, парень. Кондицию. Атака проходит мимо. Смотри, что вытворяет, а? Все. 18 уровень получает у меня, да? Клюшка Морти. Шмикели плюс консервная банка. Так, 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 так. Создание. Может быть, глянуть, что мы можем с тобой создать здесь, если сможем вообще. Сыворотку. Хелзингер. Так. Можем в цитадель просто с тобой сейчас рвануть. Так, вот, шар темной энергии. По-моему, нам нужен шар был темной энергии. Могу, конечно, ошибаться. Или же все-таки... А, вот, шар темной материи. Он просил, да? Материнская плата. Может быть, запрограммирован на добро или зло. Робот. Разделяет время на несколько зон. Офигеть, я тут наполучал, фиг поймешь, для чего, что это нужно. Клетка бактерии. Похоже на обычную, но мощная. Может, в цитадель полетим, а, ребят? Давай, наверное, в цитадель рванем.
Наших тут все равно всех забомбили. Мне здесь ничего не светит. Так, где у нас? Вот, поехали. Да, я хочу возвратиться, вернуться. И такой... Let's just keep on rolling. Так, лаборатория Морти нам не нужна. Нам нужен... Нет, питомник... Подожди-ка. Питомник. Есть, я уберу вот этого. Клюшку удалить. Морти Джерри. Блин, слушай, а клюшку-то мне сейчас невыгодно удалять. Блин, невыгодно, ребята. Вот грязнулю выгодно мне убрать и взять кролика. Блин, столько ножниц, а. Ну что, теперь я, наверное, знаешь, что сделаю? Захиляюсь и попробуем с тобой пойти одолеть члена совета. Почему-то я не уверен, что у меня это все получится. Но если мы с тобой прикупим, например, что-нибудь. Если хватит у нас с тобой денег, конечно же. Так, предметы. Большую сыворотку, будьте добры. Спасибо. Так, а теперь, по-моему, темную материю там нужно кому-то было отдать. Вот ему, да? Поменялся, что ли, уже? Так, ему нужна была... Нужно создать. Супер-пупер батарейка. Где же она? В плане? Понятно, мы когда с тобой делали портал, мы все потратили, что нужно было нам. Я так и понял. Я так и понял. Значит, другого... А, вот он, вот он, вот он, вот он. Иди сюда. Давай, я тебе принес. Темную, что там тебе нужно было? Материю отдать. По-твоему, это похоже на темную энергию? Нет, не похоже. Твою налево. Я ошибся, ребят. Ему нужно было все-таки темная энергия, а не материя. Хотел как лучше. Темная энергия. Я, наверное, не смогу ее сделать, да? А где она? Ее и нету здесь. Флип. Нужен флип. Где я тебе возьму его? Нигде. Твою налево. Так, хорошо, у нас есть предметы. И есть семя. Но это увеличение уровня. Это мы хотели с тобой потратить уже на этот. На яйцо. Ладно, друзья мои, с Богом. Я пошел в очередной раз попытаться подбить. Да-да-да, члена совета вот этого, которого веселила история. Hey, так, венозный Морти. Замена. На мутагенного Морти. Попробуем. Чего он там вызвал? Камень. Меняем. На судью. Так, моргание. Точность возросла. А мы будем толчок делать. Окей. Облизывание. Скорость падает. Толчок. Так, безнадежно. Это хорошо, это меня радует. Так, сразу поменял, да?
Венозного Морти взял. Тоже меняем с тобой на мутагенного Морти. Такой противный. 20 УЗ восполняет себе? Серьезно, что ли? Ядовитый плевок. Неплохо. Ползару я от него. Хамство делает. Скорость понижается. Наверное, я думаю, сейчас мы его добьем. Раз, два, три. Шикарно. Так, это у нас... Блин, я не помню, кто это. Да, он Фиштер Морти. Ножницы нужны. Клюшка Морти. Проверим. Уровень выше, конечно. Безнадежно. Так, а мы попробуем ему подножку сделать. Шикарно. Парализован, чувак. Дитя цветов. Замах. О! Так, слушай, мне это не нравится. Еще замах. Так, меняет. Нет, парень, где у нас бумага? Судья Морти, наш непобедимый, которого все боятся. Каменный взгляд. Естественно, безнадежно. Так, ну что, ребят, толчок делаем. Опять каменный взгляд. Опять толчок. Менять будет, нет? Не меняет. До последнего пошел, да? Окей. Вот она эта фигня, ребята. Мультиморти. Ножницы. А у нас что? У нас только мутагенный Морти, который может противостоять им. Да и то, не совсем уверен. Че, поехали. Раз, два, три. Фу, предмет. Восполняем. Фулл хп делаем, ребята, фулл хп. Замах. Понятно. Мы опять начинаем ядовитым плев... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Просто взял, подставил чувачка. Ладно, Даунфиштер Морти погибает. Кто там у нас возвращается? О, судья Морти получает 19 уровень. Я рад. Блин. Кто ты? Я не помню, кто ты. Так, он камень. Ребята, берем бумагу. Судья Морти, где ты? Выходи. Экзотика против нас. Пинок. Предмет. Применяем. 38 хп. Да. Не особо, ребята, это нам... В плане, блин. Как так-то? Я в шоке, ребята. Пец. Сейчас ушатает. Я в шоке, ребята. Ну-ка попробуем клюшкой. Может быть, парализовать его получится. Если, конечно, с ударом он меня тут не врубит сейчас. Так, это надежда наша. Замах. Офигею с этого замаха. Вот не знаю, ребята. До последнего иду. Ты видишь, да? Какая битва тут. Есть, вырубил. Так, остается последний Морти. 21 левел. Вот он, этот мульти.
Нам надо замену делать и мутагена брать против этих мультиморти. Ну чё, поехали. Плевок. Раз, два. Надеюсь, выживем. Блин, всплеск. Погибнем, ребята, сейчас. У меня остается что, один морти только? Один морти, друзья мои. Костюмы, туфли. Только бы не проиграть, ребята. Только бы не проиграть. Есть! Да. Фух. Да, друзья мои, наконец-то. Наконец-то. Ух ты. Ну вот. Так-так, кто-то хорошо потренировался. Хоть какой-то смысл в твоей жизни есть. Но ведь какая штука. Получить портальную пушку ты все равно пока не можешь. Из-за нее у некоторых риков появился конъюнктивит. И нужно провести ряд тестов, чтобы убедиться в ее безопасности. Возвращайся, когда у тебя будет 20 штук значков, и мы поговорим. У тебя достаточно значков, чтобы сразиться со следующим членом совета. В плане, у меня разве 20? Оу, мне не хватает 8 значков, друзья мои. 8 значков. Ну, согласись, солидный был бой. Я уже думал, что опять все-таки сфейлимся, но нет. Все получилось как нельзя хорошо. Так, я хочу забрать Морти Семя и поднять ему уровень. Так, изменить. Уберем пока с тобой кролика. Где у нас там Семя? Добавить. Так, и теперь надо будет. Хотя ты знаешь, что я подумал? Зачем я сейчас буду ему уровень повышать, когда здесь ему будет легко повысить левел. А вот тяжело будет повысить, когда он будет где-то уровня там 17-го, 18-го. Да. Там вот мы ему как раз-то и повысим левел. И еще я его отправлю потом в пионерский лагерь, чтобы он там повышал себе уровень. Точно, вот так вот мы с тобой сделаем. А пока... Слушай, а он, по-моему, с 10 уровня только сможет пойти, да, ведь? В лагерь-то. Ладно, все равно. Отпускаем его пока. И заберем... Может быть, аниматроника взять. Посмотрим, что он делает у нас. Этот аниматроник. Что я дальше-то хотел сделать? Я уже забыл. А, у нас же это, точно, у нас же есть 5 билетов. Пойдем-ка посмотрим, может быть, нам какой морти выпадет. Новенький, хорошенький, а? Только где это делается? Подожди, где у нас этот аппарат-то? По-моему, у нас с тобой есть. Вот, выиграть морти. Купоны. Эпический. Ну вот, смотри, видишь, как идет вначале. Редкий, эпический и экзотика, значит, лучше получается, чем вот эти вот все. Ой, редкий, редкий. Или копить будем? Давай копить будем. Шиш с ним. Не к спеху. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!